Сударыня, вы не хотели бы служить в десантных войсках? Что я, по-ваше, деревянная? Нам нужны такие капитальные женщины. Вы же валькирия, в вас заложен дух воительницы. И только десантные войска помогут вам раскрыть свои возможности. Я похожа на идиотку. Идиоты у нас не служат. Добрый день, дорогие друзья. Начинаем закрытую лекцию на тему «Женщины в современной армии». Итак, что ж такое вообще женщина? Некоторые военные аналитики относят женщин к новейшему психотропному оружию третьего тысячелетия. Многолетние испытания показали, что вид бегущей голой женщины в состоянии деморализовать любого противника, полностью разрушив его психику. Кроме совершенно убийственного внешнего вида, каждая женщина обладает направленным взрывом капризов огромной разрушающей силы. После ее атаки начисто уничтожаются все денежные знаки в карманах и плохо защищенных заначках. Извините. Современная женщина состоит из лицевой части, ходовой части, башни, отказника. И фюзеляжа. Извините. В боевых условиях женщина активно пользуется камуфляжной раскраской. Две яркие полоски на губах. Обычно красные. Синеватые веки, обычно синие, перламутровые красногтей. Все это говорит о том, что женщина находится в полной боевой готовности. В состоянии временной консервации ее окраска смывается, а волосы наматываются на продолговатые гизы длиной 5-6 сантиметров примерно. 5 или 6. Никак не 7. Та-та-та-ра-ра-ра-та-та-та-ра-ра-ра-та-та. В мирное время женщины без чехлов проводятся по главной площади населенного пункта под бравурную музыку, друзья мои. Нельзя ни в коем случае наводить даже холостую женщину на людей. Для приведения ее в боевую готовность необходима ее дозаправка. Конфетами, икрой, а также жидким, но сухим топливом. Жидким, безусловно, но сухим.
Извините. В ответ на развертывание американцами системы противоракетной обороны Россия приразила выпустить на околоземную орбиту женщин цыганской национальности, которые будут ловить все, что плохо летит, а также воровать лошадиные силы и космических аппаратов. Вследствие чего их астронавты будут вынуждены добираться к себе в США автостопом. А их шаттлы будут продаваться у нас на Даниловском рынке по 200 рублей кучка. В завершении хочу отметить, что отрадно наблюдать, как все больше женщин призывного возраста предпочитают нелегкие армейские будни альтернативной службе по брачному контракту. Спасибо за внимание.